Дерби всегда вызывает неподдельный интерес. Встреча Йихвицкого Фениксного и Кохтлоярвского Ярви также привлек массу людей на активную поддержку своих любимцев. Игра группового турнира второй лиги завершилась безоговорочной победой Феникса 3-0, при этом еще два пенальти оказались нереализованными. Опыт Дерби стал бесценным. Да, они собрались перед игрой и на тренировках тоже хихиха, недооценка соперника, поэтому никогда нельзя такое допускать, какой бы соперник слабый не был, какой бы не подготовлен, потому что может любые сюрпризы подготовить. И сегодня мы смогли сыграть намного лучше, а так безобразно получилось. Счет 0-3, он оправдан, нет? Ну, если бы не два пенальти, 1-0, ну, это вообще не счет. Мы надеялись забить намного больше. Абсолютно, безусловно, дерби и полный стадион народу. Приятно играть. Для ребят, для некоторых это был первый такой матч. Все волновались. Вот. Ну, справились, по-моему, даже несмотря на счет. Два пенальти получили, сами не забили и моменты имели. А вот молодая команда, будем работать. Голы у Феникса на счету румына Никиты Гарея, Владислава Призна, Елисея Захарова. Команды разошлись по краям турнирной таблицы. У Феникса 3 победы и 0 поражений, у Ярви 0 побед и 4 проигрыша. Фениксе ставят перед командой серьезную цель. В чемпионате хотя бы в двойку выйти в следующую лигу, это, естественно, наша цель номер один. Мы будем стараться, тренироваться. И надеемся, что будем более собраннее, а не выходить расслабленными такими на игры. Ну, в принципе, все. В Ярве главной целью видят сохранение места во второй лиге. Ну, прежде всего, как я уже сказал, команда молодая, хотим сохранить место в лиге, получить максимум опыта, чтобы ребята получили максимальное количество игрового времени, набирались опыта, не боялись ошибаться и работали, росли постепенно, чтобы футбол шел в гору. В следующем матче Феникс снова выезжает в Основе для встречи с местным Аяксом. Ярви должен принять команду из Волга.